Привет, я Антон Деркач, и в этом видео я расскажу об еще одной книге жанра фантастики, которую прочел на минувших новогодних выходных. Это книга Михаила Николаева «Телохранители» 2014 года издания. Это первая и, думаю, последняя книга, которую прочел у этого автора, поэтому могу сравнить ее только с другими книгами жанра фантастики. Книга «Телохранители» значительно уступает многим прочтенным мной книгам жанра фантастики. Она написана для любителей легкого приключенческого чтива, без запросов к уровню художественного исполнения. Из плюсов. Книга читается легко и быстро, как говорится, проходит на вылет, не задевая мозг. Если вам хочется расслабиться и при этом вы непритязательный читатель, книга может вам понравиться. Из минусов. Много пошлости и плоских шуток. В книге мало пищи для ума. Сюжет топорный и предсказуемый. Впрочем, в эпилоге сам автор признается, что не особо старался над проработкой сюжета. Книга категорически противопоказана людям с обостренным чувством прекрасного. Итог. Книга явно ниже среднего. Среди книг жанра фантастики можно легко найти гораздо более заслуживающего вашего внимания произведения. Если же вы хотите просто убить время, ни о чем не думая, эта книга для вас. Если вы прочли эту книгу и у вас есть мнение о ней, вы можете поделиться им под этим видео. В комментариях вы можете обсуждать эту книгу с другими читателями. Спасибо за внимание. С вами был Антон Деркач. Если это видео интересно или полезно для вас, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть новые видеоотзывы на книги. Увидимся в новых видео. Пока!